Всем привет! Меня зовут Анастасия, и я руководитель QA-направления компании Simbersoft. Сегодня мы с вами разберем симптомы, по которым можно понять, что у вас есть риск срыва срока релиза на проекте. Итак, первое. Ваше техническое задание часто меняется. В спринт добавляются все новые и новые задачи. Второе. QA подключается к задаче только после того, как она полностью разработана. И как следствие, серьезные проблемы выясняются достаточно поздно, и команда вынуждена перерабатывать. Третье. Ваша тестовая документация не обновляется в тот момент, когда вносятся изменения в техническое задание. Четвертое. В новом функционале достаточно высокая плотность дефектов, причем с самыми разными приоритетами. Пятое. Статусы выполнения задач обновляются несвоевременно, то есть нарушены или вообще полностью отсутствуют информационные потоки между QA, аналитиком, разработчиком и другими участниками команды. Шестое. Фактическое время выполнения задач сильно превышает планируемое время. Причем этот симптом можно обнаружить на burn-down графике. И, наконец, седьмое. Оценка вашего проекта не включает в себя риски. То есть не заложено время, например, на багофикс, или не учитывается, что тестовые стенды могут быть недоступны, и многое другое. Почему возникают эти проблемы? Причин достаточно много, но если вы обнаружили два и более симптомов на своем проекте, значит, есть риск, что вы не попадете в дедлайн. И в конечном счете это может сказаться на лояльности ваших клиентов и даже прибыли вашей компании. Чтобы вовремя обнаружить и предотвратить серьезные проблемы, наша команда проведет для вас аудит вашего приложения и процессов. Чтобы узнать подробности, переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Мы обязательно обсудим ваш вопрос и предложим несколько вариантов решений. И пусть ваши проекты будут здоровы!